В Одессе акция протеста возле Генерального консульства России. Участники пикета выступили против антиукраинской пропаганды, которую ведет соседнее государство в СМИ. По мнению митингующих, программы российских телеканалов переполнены ксенофобией и просто ложью. Особенно, что касается ситуации в Крыму. В знак протеста одесситы принесли консульству лапшу, развесили ее на заборе, полили кетчупом и забросали ею двор дипломатического представительства. К участникам акции никто не вышел. В конце они хором исполнили гимн Украины. Лапша, когда вот хотят навешать, вешают лапшу. Вот я им ее возвращаю. Не надо нам вешать лапшу. Здесь никто не оскорбляет и не унижает русскоязычное население.